Сегодня тест пробега на одном заряде. На улице достаточно тепло, поэтому без печки. Как раз интересно в летнюю погоду, только с кондиционером. Батарея полностью заряжена, показывает 36 миль. Ну что же, посмотрим, сколько на самом деле проедем. Середина дня того же самого. Чуть больше половины заряда батареи израсходовано, 24 мили. Проехало 16, осталось. Должен сказать сразу, что этот предсказометр, то есть попытка машины сказать, сколько она проедет миль на зарядке, работает очень точно. Я думаю, что отчасти это делается искусственно, потому что батарея в вольте больше, чем машина позволяет расходовать. Соответственно, она может иногда проехать чуть больше, а иногда такое чувство, что специально заканчивает расход батареи и переключается на бензин, когда указанные мили закончились, как бы ты аккуратно ни ехал. Так что, думаю, около 40 миль сегодня проедем. Работает кондиционер, на улице достаточно тепло, даже жарко. Да, стоило сказать, что сегодняшний тест проходит по городу. Скорости в районе 40-50, иногда 60 миль в час. Много остановок, светофоров, перекрестков. Вот и посмотрим, сколько продлится батарея. Пока пройдено 30, осталось 11. То есть так дело движется к 41 миле на чисто на батарею. И вот только что запустился двигатель. 38, почти 39 миль. Последний час я достаточно много стоял в пробке и потом ждал, пока проверят ВИН-номер. Вот, и вот здесь вот видно, как идет нагрузка на двигатель. Вот он некоторое время прогревается, потом начинает давать полезную мощность. Конец маленького обзора. Ну, и того, как видели, на батарее 38 с небольшим миль, а потом еще 13-14 миль на бензине. Опять же, я думал, что уже приеду домой раньше, чем закончится батарея. Оказалось, нужно заехать в еще одно место, еще один магазин. И не так важно, насколько миль хватает батареи. Важно то, что она когда-то заканчивается. И на лифе для меня всегда это было стрессом. Потому что если нужно было вдруг куда-то съездить, а батареи не хватало, приходилось где-то заряжаться, дергаться. С вольтом гораздо проще. Закончился заряд, едем на бензине. Для каждого свое количество миль, свой размер батареи, где у него не будет проблем никогда или почти никогда. 40 миль, очевидно, ни для кого не хватит. На лифе где-то 70-80 для некоторых хватает. Но, видимо, Тесла 200 миль пробега на одном заряде — это то, чего хватит почти всем почти всегда. Ну, конечно, отбрасывая крайние случаи любителей гонять по межгороду. Продолжу рассуждение на эту тему в следующих обзорах. А на сегодня все.